Высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменей в понедельник впервые прокомментировал масштабные протесты, не прекращающиеся в стране более 2 недель. Он обвинил в организации демонстраций США и Израиль и назвал поведение тех, кто срывает хиджабы и поджигает мечети и машины полиции, цитата, «ненормальным». Кто это планировал? Очевидно, что Америка – лживый, узурпаторский, сионистский режим вместе с проплаченными им агентами с помощью нескольких предателей иранцев за границей. این برنامه ریزی کار آمریکا کار رژیم غاصب Крупнейшую за последние годы волну протестов в Иране вызвала смерть 22-летней Махсы Амини, которая, по мнению иранской полиции нравов, неправильно надела хиджаб. Из манифестаций в защиту прав женщин протесты быстро переросли в требования свергнуть режим, установленный в ходе исламской революции 1979 года. По данным местного телевидения, в результате выступлений погиб как минимум 41 человек. Еще 1500 иранцев были арестованы.